Элена любила его больше жизни. Эдуардо! Элена вышла за него замуж. Это моя жена. Меня зовут Элена. Элена этого ему никогда не простит. Сегодня полнолуние. А ты знаешь, чем оно чревато? Этого не может быть. Здесь кто-то был. Хозяйка этого дома может быть только одна Элена. «Призрак Элены» появится на канале Много ТВ 12 апреля.